Время для масштабного эксперимента. В октябре жители края смогут принять участие в электронной переписи населения. С 1 октября и до конца месяца по всей России будет проходить пробная перепись населения. Ее цель – подготовка к всероссийской переписи, которая запланирована на 2020 год. Пробное статистическое наблюдение на этот раз станет особенным. Специалисты будут использовать разные способы сбора сведений, в том числе и посредством интернета. Так, в первый всероссийский этап, который продлится с 1 по 10 октября, любой желающий, зарегистрированный на портале госуслуг, может заполнить переписную анкету самостоятельно. С 16 по 27 октября в двери жителей постучатся привычные переписчики. В их арсенале будут не только бумажные бланки, но также планшеты и смартфоны. Добавим, переписчики планируют обходить все квартиры и дома. Каждому респонденту зададут несколько десятков вопросов. О его поле, дате, месте рождения, состоянии в браке, образовании, обучении, гражданстве, владении языками, источниках средств к существованию, занятости и миграции.